В Алекминском районе проверили готовность сельхозучреждений к предстоящему половодью. Учения и проверку провели представители Минсельхоза республики. Подробности в материале наших корреспондентов. В этом году тренировочные учения по отгону скота на безопасные участки в период подготовки к паводку прошли в Кылласском наследии. Здесь собрались все заинтересованные стороны – главы фермерских и крестьянских хозяйств, члены КЧС, административный ресурс. Цель – полная подготовка ко всем трем этапам и, как следствие, грамотные действия во время паводка. Мы отработали три этапа. Первый этап – это оповещение. Второй этап – это подготовительный период отработали. И третий этап – это произвели скачок 7 мая. Кылахский наслег относится к большим. Более того, основное поголовье стоит на острове, а значит, такие учения необходимы. В целом отвечает требованиям, вот нашим требованиям пункта вредносодержания. Так, необходимые вот объемы грубых кормов перевезены. Предварительно руководитель мобилизационного отдела Министерства сельского хозяйства республики объехал ряд наслегов с целью проверки готовности. Результаты работы очевидны, отметил он, и рекомендовал до конца апреля завершить подготовку уже по всем пунктам. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.